Так, ребят, всем привет. Охотимся сегодня в новом заказнике. Сейчас покажу новый костюм, новое ружье, ну, точнее, новую винтовочку. Давайте я поставлю палаточку. Я при себе сегодня взял палатку, так как... Что я не могу поставить здесь? А, вот. Давайте. Видите, у меня в перчатках уже персонаж-то. Итак, идем сюда. Персонаж. Вот он. Новый костюм. Вот так вот он выглядит. Теперь. Далее. Магазин. Появилась винтовка. Спортер какой-то. Калибр 303. В двух видах он есть. Идем. Стоит она 40 тысяч. Идем в совместимые предметы. А, ну он не показывает. Сейчас, по-моему... Да, не показывает. Ладно, мы сейчас так найдем. Где-то он тут должен быть еще в другом расцвете, в другой расцветке. Вот он. Полимерная винтовка Спортер. Калибр 303. Вот такая вот. Серебристая. Так, собираем. Оп, и дождик пошел. Ну, вот так вот она у меня в руках. У меня сегодня при себе еще Мосинка. И вот эта новая винтовка Спортинг. Как она там, Спортинг, да, по-моему? Или Спортер? Вот это вот. Так, новый заказник, ну и... Опа, 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 опа. Где-то кто-то бегал. Я слышал. Коза где-то бегала. А, вот там где-то звук-то идет. Ну что ж, идем туда. Идем смотреть, изучать новый заказник. Вот. Новые животные какие здесь? Ну, пятнистый олень. Также есть дикая свинья. Там еще какая-то. Ну, штуки 3-4, наверное, новых вида. Точно нас ждет. Остальные вроде повторяются. Здесь даже вот какие-то пальмочки есть. Так, ну нам нужно вот сюда, получается, да? Сколько до нее метров? 500 метров, ну 600. 600 метров. На запад практически. Чуть-чуть южнее, если брать. А, я сразу к домику вышел. То есть домик впереди наблюдательной вышки стоит. Это что-то новое. Обычно сначала ты приходишь к вышке, а тут домик сначала. Ну-ка, ну-ка, что это за домик? Интересно довольно-таки. Такой вот фанерный домик, просто раз. А, это прихожие тут. О. А, вон спальня-то, я думаю, что-то спальни нету, что ли. Вот так это выглядит. Закроемся. Инструмент.
И вот стандартный ящик. Так, и нам сейчас вон туда. Довольно-таки интересная вышка такая наблюдательная. Так, заходим. Ну, тут места так немало. Давайте сейчас откроем часть территории, посмотрим, что нам откроется. Еще может быть какой-то домик. О, тут даже кресло есть, ничего себе. Да тут можно жить. Тут можно жить. Сковорода, микроволновка есть. Смотрим. Так, что там по карте? Сама карта, вот она. Но, в принципе, тут ничего так особо не открылось. И у нас тут сразу либо горы, либо, может быть, куда-то вниз сейчас уходить. Не в горы лезть, а куда-то вот сюда. Может быть, через большую дорогу, наоборот, туда перейти. И пойти вот здесь пройти. Это получается по карте. А у нас там. Звуков, конечно, много новых. Так, это нам вон туда нужно, получается, идти, да, куда-то на юго-восток, но это по ветру идти. Честно говоря, не очень по ветру хочется идти. Ой, ребят, смотрите, дикую козу встретил, 143 метра, самка. Вот уже хожу, наверное, полчаса. И только первое животное, которое я тут встретил. Реально. Пока больше никого не встретил. Уходит 142 метра, но это первая добыча, поэтому дикая коза, по-моему, измосинки ее сейчас и заберем. Все нормально. Пускай самка, но это первый трофей на этой карте. Все равно других животных я пока здесь просто не встретил. Так, да, я прошел уже, получается, вот отсюда, аж вон куда, только первое животное. Давайте, пока мы тут нашумели, пробежимся. Дикая коза. Вообще их тут 5 особей, да? Вот, но была только одна. Так. Серебро, да, золото 150. Ух, да, золото далековато, конечно. Черно-белый, вес 31. Вот так вот она выглядит. Забираем. Так, но я туда не пойду. Я хочу сейчас идти вот в том направлении. Это получается. Вот сюда, а потом идти здесь точек. Почему ее так далеко поставили? Что здесь обследовать-то? Тут
тут нечего обследовать. Вот здесь бы поставили, было бы более логично. Запихнули на край карты, где животных-то и все равно не будет. Там вода кругом. Странно как-то они сделали это, зачем, непонятно. Так, ребята, вышел еще к одному домику. Вот он. Там, где я козу забрал, рядышком буквально. Еще один домик. А он по-другому этот домик сделан уже, да? Это же домик или... Ну да. Домик-то по-другому сделан. Смотрите. Такой уже побольше. Двухкомнатный, да? Две двери. Да, для разных охотников. А, нет, здесь сквозной проход-то. Но все равно здесь раз, да, на столовой, как бы кухня, где готовить, и две спальни. А это, можно сказать, такая гостиная. Это не спальня, это гостиная здесь. Рассказы рассказывать, кто кого добыл. Вот здесь уже спальня. Так, ну что, я иду дальше, вот сюда, потом сверну, наверное, вот к этой вышке смотровой. Наконец-то, ребята, я серьезный трофей встретил. Это лань. Что самое интересное, два самца, один где-то рядом со мной, второй в 300 метрах на севере. А одна лань где-то здесь, самец. Да, где-то спереди. Хорошо бы вот сюда вот успеть подойти под эту вот сосенку. Не знаю, будет она скрывать меня. Да, скрывает. Давайте осмотримся. Если будет справа подходить, может почувствовать. Так не видно, тут враг впереди получается. Постоянно какие-то козы или это птицы так бегают. Подожди-ка, ну-ка. Ну да, все правильно, лань. Он где-то внизу. Идет, идет, идет. Вот он. Ничего себе. Вот это выстрел с новой винтовки. Вот это звук у него. Давайте посмотрим. Сердце. Так, сколько он? 72 килограмма он. Вот такой простенький самец. Вот это звук у нее. Хорошо бы еще проверить ее на скорострельность по двум целям сразу и на точность на дистанцию 150 метров. Было бы неплохо. Так, ну я тут нашумел, сейчас вряд ли тут кто есть.
Столько чуть дальше. Ух ты! Вот это самец 135 метров. Вот это самец. Так, где я ее увидел? Где-то вот здесь, да? Подожди-ка. Вон он. Да. Дистанция. Сложно определить. А, идет, идет. Я сначала думал, он отлеживается. Не, нет, идет просто плохо видно. Но вот это уже посерьезнее трофейчик-то. Это уже солидный. 143 метра. Ну что, с оптикой отработаем на 150 метров. Отлично, на месте. Вот это вот новая винтовочка. Второй самец лани. Это должен быть на золото самец-то. Да. Хороший самец. Золотой. Так, сколько там? А до бриллианта вообще там 251. До бриллианта далековато. Спортер. Спортер. Винтовка спортер. Так, тут еще целая группа животных ходила. Неужели это... А, это дикие свиньи тут ходили. Они ушли в направлении... Вдоль дороги они ушли, ребята. Они ушли вдоль дороги куда-то. Куда-то туда. К вышке куда-то ушли. Ну давайте, ладно, пройдем туда за свиньями. Может, мне повезет, и они там будут. Где-то в той стороне. Хотя они тут дорогу вот пересекают. Хотя нет, они... Может быть, они и не к вышке пошли. Да нет, они все равно в этом районе. Столько круг дали и ушли. Ребята, только я сказал, что они туда ушли, и вот в 200 метрах самец свиньи лежит. 200 метров. 200 метров? А точно 200 метров-то? Так, здесь бы хорошо бы треногу установить. У меня при себе манок-то есть на кабана. Сто 80 метров не реагирует. Так, пробуем еще раз. Чтоб я успел треногу поставить, потому что тут такой кустарник. Так, сближаюсь. Надо, чтобы он отреагировал. Так что можно его и так забрать. Давайте, знаете, как сейчас сделаем? Я ставлю... Да ладно, ребята, там... Там лань. Там еще и лань. Это не тот, где у меня манок на лань. Надо повыше подняться.
Хотя можно попробовать и рискнуть быстро треногу поставить, не знаю. Шугну, не шугну. Вон она. Она услышала, конечно же, она услышала звук треноги. Там две. Двое. Самец и самка. Или два самца даже, может быть. Так, ну я их спугнул. У них есть, конечно, есть вероятность, что они могут вернуться. Так, ну где-то тут кабан был. Я его просто из виду потерял. И сейчас я его не вижу просто. Так, где у меня там манок на кабана-то? На дикую свинью, точнее. Дикая свинья это, не кабан. Такой выстрел. Так, надо смотреть сейчас. Кабаны, скорее всего, где-то... Вон они. Бежит. Есть. Мимо. Ху-ху, вот это да. Забираем. Так, винтовку. Да, зарядить надо. Сейчас нужно тут трофей посмотреть. Двух свиней точно забрал, может даже больше. Вот одна лежит, вот там вторая. Может даже больше. Так, лань. Простенький самец, забираем. Дикая свинья. Он тут это уперся в бревно. Это кто это там так орет? Такой вот самец. Интересный раскрас довольно-таки. 131 килограмм. Так, ну нужно теперь здесь посмотреть. Один точно лежит. Может быть, еще подранки какие-то были. Так, это вот след этого. Да. Нужно будет сейчас посмотреть. Никто не возвращается. Так, это пенек. Я уж подумал, еще лежит. Вот этого светлого окраса поросеночек-то. Вот такой вот. Это самка. Черные пятна. А, третья свинья. Вот есть третья свинья. Неплохо так я по ним отстрелялся, хотя они все были уже в движении. Третий поросенок тоже такой светлый окрас. Тоже самка. Ну да, здесь ее насквозь просто. 63 килограмма. Забираем. Так, ну и нужно вот сюда вперед пройти. Все-таки мне все равно нужно
туда. Там нужно открыть вышку. Еще поросенок лежит, смотрите. Там целая группа поросят-то лежит. Дистанция 200 с лишним метров. Так, пока отменяется поездка. Вот, тут поросята нарисовались. Так, ну где они у нас? А, на востоке, да, чуть-чуть севернее, если брать. А, вон еще, вон там еще, да, группа-то. И вот. 200 с лишним метров. Но сейчас нужно будет это. Вон там еще лежит. Вон там что-то похожее, светленькое. Хотя могу ошибаться, но есть самец, троечка. А я сейчас в низинку буду заходить-то. Да, тут целая группа. Раз, два, три, четыре. Тут штук 5 точно. Может больше, 6 даже. Да больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 штук. И тама двое, один черный. Ух ты! Лань. Да, вот это выбор. Вот это выбор. И лань есть. Почти на 200 метров лань пошла. Так, отлично. Тренога, тренога, тренога. Где? Дай треногу поставить. У меня при себе две треноги. Так, где она там? Кабанов я, конечно. Ой, кабанов, все путаю. Свиньи, конечно, убегут. Но тут лань самец, и она в приоритете. Вот она, 145 метров. Так, сделаешь паузу. Все, отлично. Сейчас пройдем туда. Спускаемся. Идем лань поднимать. Так, я сейчас, знаете, что сделаю? Я сейчас вот лань подбираю на серебро. Ну да, вес 82 у него. Вот, а постоянно где-то козы бегают, но причем самих коз-то нету. Постоянно они где-то. Или это все-таки звуки каких-то, может, птиц таких непонятных. Так, я хочу здесь сейчас треногу установить. И, может, мне повезет, и свиньи вернутся на свое место здесь, отлеживаться. Да я попробую забрать их. Так, где у меня манок на свиней? Ребят, представляете, свинья лежит буквально в 100 метрах от меня. И вообще все равно, то я маню ее. А ей вообще ноль. Ну, вообще никакой реакции нету. А, там, возможно, целая группа лежит, но сближаться нет смысла, я слишком близко подойду, они наверху, я в низине. И я их не буду видеть просто, поэтому надо попробовать вот так ее в таком положении забрать, пробить ей. Какой здесь одно из легких, скажем так. Одно из легких. Пробуем. Да, там целая группа была. Все, мы ее забрали. К сожалению, они были выше, и мне неудобно было их стрелять. Одну только видно было, поэтому одну забираем из этой группы. Возможно, я сейчас пока подбираю ее, там будет открытое место, и я их увижу, других.
Если повезет, конечно. Да, вот у них место тут, они тут отдыхают, наелись. Да, открытое место там. И там низина. Вон они. Там хряк такой был здоровый. Ну да, вот. Двоечка. Самцы, я так понимаю, такого темного окраса в основном. Самки такие розовато-белые какие-то, вот с темными пятнами, а самцы такие, у них темный окрас. Так, тут никого нету с этой стороны. Вот они, ребята, они сейчас будут возвращаться, они хотят, но, конечно же, побаиваются. Побаиваются. Так. А еще тут такое эхо. На других картах, если честно говоря, я этого не замечал. Дистанция. 180 метров. Что такое это? Ты где? Ты где так ругается-то он? Где-то тут прямо, ребята, где-то прямо тут. Вот и все. Парень, ты себя выдал. Ты себя выдал и тем самым спас ту группу, по сути, потому что я уже хотел отработать по ним. Но ты их спас. Просто подставился. Выдал свое местоположение. И это стало его ошибкой. Да, это вообще черный такой. Ну, не черный, но такой темного окраса. На золото, кстати, самец. Буду делать чучело. Бриллиант идет от 144 с небольшим. Вес 145, цвет бурый. Еще. Сделать чучело, да. Сделать чучело, принять. Так, тихо, тихо. Где-то там. Погоди, это... Просто тут не совсем вижу, куда лучше уйти, чуть выше подняться. Наверное, да? Просто не могу понять, откуда звук шел. Вон эти возвращаются, судя по всему. Так, вставать не будем особо, потому что, чтобы не спугнуть, если здесь близко кто-то есть. Чтобы особо так. Слева где-то звук тоже был. Свиньи. Вот самец. 115 метров. А, во-во-во-во-во-во. На 100 метров выходит. На 100 метров. Самец не ушел, но, по-моему, я по нему два раза попал. Самец не ушел. Надо запомнить это место. Вот здесь вот получается неподалеку от развилки, даже за ней, да, вот в этом месте. Очень много диких свиней и ланей. Так, я на всякий случай
смотрел, то мало ли, может, какой-то подранок лежит. Вот опять, ну это звук козы. Такой цвет, смотрите, трехцветный какой-то, да, тоже на золото. Тоже буду делать чучело. Довольно-таки интересный окрас. Желтый, какие-то серый, коричневый, там непонятно вообще. Черный с золотом. Сложность вида 50%. Ровно 100 и чуть-чуть, да, получается. Так, делаем чучело. Вот, это же коза бегает-то, я же... Но при этом нету звука, не расходится. Так, а не было бы, не было ли подранка у самки? Не... Вот, я же отчетливо слышу, что это звук, как будто коза бегает. Но на деле-то тут нет никого. Потому что я уже всю дорогу, сколько я иду, вот эти звуки я слышу. Так, нет, тут нету больше следов крови. Получается, самку я и не попал. Ну и ладно, значит. Опа. Лань. Самец. Ну что ж, тут, кстати, монумент очередной. Свинья нас услышала. А тут две лани, ребята. Четко на юго-востоке по ветру дистанция. Насколько она... Вон он. Хороший самец. Хороший, ребята. Вон он. 150 метров буквально до него. До этого самца. Нейтрализатор запаха. Срочно. Срочный нейтрализатор запаха. Давайте попробуем подманить все-таки того самца. Может, мне повезет, и он выйдет. Нейтрализатор запаха чуть поможет. Где-то тут он был, да? А, вон он, вон он, вон он, вон он. Видел рога его. Метнулись в эту сторону. По ветру. Сколько здесь? Ну, 100 метров. Ветер может... добить, да, 100 метров спокойно мой запах. Подойдет ли он на такую дистанцию? Сложно сказать. Самец такой солидный. И там где-то был самец. Ну, незначительный, конечно. Вон он. Но он далековато, до него манок не добивает. Если сейчас этот убежит, мы пойдем за тем самцом. Вот. Парень, замри. На месте. Ху-ху-ху-ху. Вот это да. Пятая лань. Пятая лань. Да, место просто волшебное какое-то. Тут ланей просто море какое-то. Просто изобилие ланей. Это на серебро самец. Но винтовка, в принципе, неплохая тоже. Так, тем более пробиваемость у него такая же, как и у Экерса. 30.06, 1 в 1. Тут где-то еще желань была, я видел. Так, ну-ка, потихонечку выскакивать особо не будем, сильно так выбегать. Самец свиньи идет. Идет в этом направлении. А мы ему тут сейчас засаду устроим. Ладно. Будем засаду устраивать из кустов. Вот здесь вот. Из-за дерева. Так, где он там? Тихо, не тот манок. Но эхо, конечно, расходится просто жесть.
Так, где-то тут самец свиньи ходил. Даже могу стоять, в принципе. Не должны увидеть. И там где-то еще лань есть. Вот она. 100 метров. Останавливаю. Идти не хочет на манок. Идет мимо. А их двое. Должен лечь. Да, ляжет, ляжет, ляжет. Все-таки забрал второго. Подранил. Не буду сейчас отстреливать по нему. Все нормально. Ху-ху. Вот это да. А я, кстати, сейчас, знаете как? Я сейчас здесь палаточку поставлю. Да и все. Вот прямо сейчас тут палаточку поставлю. На новой карте всегда хорошо с собой палатку таскать, потому что... Так, я понял, она где-то у меня... Я ее убрал. Вот сюда поставлю. Так. Все. Чтобы отсюда начать дальше потом, в следующей серии. Ну и этот потом открою, потому что я так и не открыл. Так, лань тут где-то была же, вот неподалеку. Но она, скорее всего, уже точно слышала выстрелы. Так, это самец или самка? Ну, по цвету, да, самец должен быть. Да, самец темный. Я ему тут позвоночник перебил, и он сразу лег. Ну, это обычно 50 на 50. Обычно позвонки не так работают. Так, ну и второй самец должен быть тоже. Опа! Стой! Я знаю, что это самка, но я прямо сегодня кураж поймал. Прямо вот по полной надо отстреляться. Еще один самец темного цвета, да, теперь мы знаем, что самцы темного цвета, самки светлые с пятнами. А самки, да, вот они такого цвета, это самочка. Тут насквозь просто забираем. Ну давайте, давайте откроем все-таки этот монумент. Что нам тут сейчас напишут? Какое-то супер-пупер место. Место для праздников. Так. Ага, тут какое-то место для собраний. Понятно. Тут на фоне какая-то гора даже, он, да, что-то на вулкан даже похоже. Ладно. Давайте посмотрим теперь количество трофеев. Да, я тут место, конечно, засветил. И даже вот тут уже пропало. Тут я ланей тоже стрелял и диких свиней. Уже место тут очистилось. Справка. Охотничий журнал. Последняя добыча. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, 15 трофеев. 15, ребята, это достаточно хорошо. Это очень хорошо. Итак, значит, была первая. Это дикая, дикая коза была. Самка. Потом раз, два, три, четыре, пять. Пять самцов ланей было. Пять самцов ланей, да? Один из них был, кстати, на золото. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять диких свиней. Из них было два на золото. Неплохо, неплохо получилось.
Вот такая вот охота была. Первый день в новом заказнике. Довольно-таки успешно. Хотя поначалу животины вообще не было. Но вот это место, получается, вот отсюда я пришел в правую нижнюю часть карты. Здесь просто много свиней и ланей. На этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.